Полиция и ветеринарная служба заинтересовались поросятами, которых держат в грузовике на холоде. О том, что на улице Дмитриева уже несколько дней стоит автомобиль с животными, хомячи сообщали в социальных сетях. Очевидцы их уверяют, что свиней не кормят и держат на морозе. Сейчас ветеринары и специалисты Россельхознадзора проводят проверку. Они выясняют, откуда были привезены поросята, есть ли у хозяина документы на них. Нам удалось пообщаться с водителем, который привез животных. Он рассказал, что это произошло 2 дня назад, а вот на остальные вопросы отвечал уже неохотно. Для чего, вы не знаете? На забой. Все понятно? Понятно. Ну, на а забой, что? А, не знаю, их-то продавать здесь будут или что? Почему они так съедим прямо здесь?